суд Минского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух уроженцев Азербайджана и гражданина Беларуси, которые были задержаны оперативниками Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией осенью прошлого года. По данным МВД, в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела за использование подложного документа, перемещение через госграницу оружия и боеприпасов группы и лиц по предварительному сговору, а также за незаконное хранение и перевоз наркотиков. Среди обвиняемых уроженец Азербайджана Рашат Исмаилов, которого в ряде открытых интернет-источников называют «вором в законе», который известен в криминальных кругах как Рашат Гинджинский. По данным Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, данный обвиняемый имеет статус смотрящего по азербайджанской диаспоре, проживающей на территории Украины. Обвиняемый является гражданином России, проживает в Москве, женат и имеет 4 малолетних детей. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы суда. Второй обвиняемый, гражданин Беларуси, уроженец Бреста Валерий Грицук, он также проживает в Москве, женат и имеет 2 малолетних детей. Третий, Вайдар Мамедов, является гражданином Азербайджана, временно проживает в Москве и неофициально работает водителем. Он плохо говорит по-русски, для него в суд был приглашен переводчик. Прибывшие в сад суда представители азербайджанской диаспоры ДР начала судебного процесса заявили журналистам, что не верят в виновность своих соотечественников и что Исмаилов приехал в Беларусь подлечить почку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.